Вот я замутил еще один проект по восстановлению Honda CB1. Это любимый мой мотоцикл. Очень нравится, на нем ездил в Абхазию вдвоем, мы ездили с Наташкой и в Крым. То есть далеко он тоже может ездить. Восстановление будет только, наверное, тупо косметическое. Потому что по мотору у меня есть все, как бы, ну, все нормально, вообще работает. Вот. Буду просто все перекрашивать. Торпеду перекрашу. Здесь только надо будет мне посмотреть, почему одометр у меня не считает километры. Сальник. Надо будет сальники менять, вилки, потому что это еще держится. Подшипники в колесах я буду менять. А так, в принципе, тут ничего особого он не требует. То есть мотоцикл вообще нормальный. Раму надо будет подварить, конечно. Как у нас, кто видел видео в Крыму, у нас там лопнула рама. То есть надо будет подварить это все дело. Вот, перекрашивать тоже все буду. Рама будет цветом. Вот металлик опал. Опал, вот как вот этот будет. Очень классный цвет, мне прям понравился. Вчера поставил цилиндр. Краска подсохла, я поставил. Вот. А переднее крыло, хвост и бак у меня будет белый, я хочу. То есть такой будет яркий мотоцикл. И движок тоже будет типа металлика, наверное, какого-нибудь. Тоже такой, как серебристый. Я уже краску купил. А, кстати, вот у меня краска вся. Грунт. Так, вот я грунт купил, дорогой. Эпоксидный. Тяжелый такой прям. Классный, короче. Эпоксидный классный, прям вообще так держится. То есть даже... Даже он вот такой будет грунт. Так, это у меня опал. Вот я купил. Краска у меня будет металлик. Так что и еще разные оттенки у меня будет. Вот динго. Это будет типа руль у меня там. Торпеду может покрашу как раз. Корпус спидометра. Так, это у меня тоже, кстати, дорогая краска. Сколько, по-моему, 650 рублей с баллон я отдал. Это тормостойка для двигателя. То есть вот я тут уже подготовился. Осталось только купить белую краску для ободов. Ну, для колес, вернее. Вот, я их тоже буду в белый красить. Надо какую-нибудь такую крепкую. Может, даже в порошковую сдам, не знаю. Просто дороговато, я как хочу сам покрасить. В общем, осталось мне тут все это раздербанить. И постепенно буду выкладывать. Может быть, все в одно видео сделаю, не знаю. Слишком длинное видео будет сделать. Нашел проблему, почему у меня шестеренка протерлась. В общем, заедает у меня вот этот суточный пробег. Когда подходит к следующей цифре, вот здесь вот сейчас, очень туго. Вот, очень туго. То есть этот вот хорошо крутится, а этот очень плохо, туго, я не знаю. Я сейчас попробую смазать, если не получится, тогда я его, наверное, сниму.
То есть вот эту вот шестеренку я просто сниму. Вот и все. Вот она у меня протерлась, но я смог зубчики маленько выпрямить. То есть это ходит хорошо. Мне суточный, в принципе, не нужен. Ну что за дела? Говори, вы будете весь в суток. Это что?
потолок арены Сент-Хьюстон, когда я отправил тебя в нокаут с одного удара. Мы начинаем или нет? Мы договаривались, что вы не против 800-фунтового быка за 3 штуки. Так точно, сэр. Я на самом деле знаю, зачем я это сделал. Я даже не помню, как все произошло. Мальчишки, я вам не вижу. Говорят, это у меня в генах. Ошибка.
Погнали! Классно погонили! Благодарю за службу! Молодец. Благодарю за службу! Вы тоже! Родные подшипники.
careful! Next level.
направляется на магистральную улицу от АТС в Ждановском на трассе М7 «Волга» и стоит улица Ванеева от Бориса Панина до Бекетова. В заречной части города 20 минут потеряемся на Московском шоссе от Комсомольского шоссе до улицы Исаакиевского центра на Космодонцев, от проспекта Кирова до Молодежного проспекта и на Коминтерна от железнодорожного моста до площади Славы. Что касается городских переправ, они свободны. Нет, свечку я зажег, не призывать силу тьмы. В общем, сейчас я буду вот этот гвоздь накаливать и отверстие проделывать. Вот. Вот так вот. Вот здесь отверстие. Вот у меня спидометр. Не работает одометр, то есть не считает километры. Я люблю, когда километры считают. То есть сейчас вот я буду делать, смещу, то есть я вот здесь вот подровнял подрезом, и вот эта вот протертая часть, она сместится влево. То есть вот так вот. И зубчиками уже вот этим будет сплять. А сюда, а с этой стороны я подложу пару шайбок. Маленький шайбочек. Вот такие вот отверстия с двух сторон. Минут, наверное, 15 заняло, потому что пластик какой-то необычный, его надо много раз проплавливать, проплавливать. И дым, летящий на глаза, очень прям разъедает до слез. В общем, сейчас буду болтики туда как бы наносить клей на гвоздь и приклеивать. С двух сторон вставлять уже этот спидометр в корпус. Так, ну вот я, в общем, сделал. Вот так вот. То есть здесь шайбочки у меня. Гвоздики по бокам. И залил туда клей внутрь. То есть сейчас я жду, пока подсохнет. То есть подмазал все литолом, чтобы все крутилось нормально. И клеем. В общем, жду. Можно, в принципе, устанавливать будет. Так. Ну что, осталось наклейки только на бак. Вот подгон бесплатный. От Сереги Павловича Снежинова, да. Спасибо тебе, кстати. Вот сейчас буду клеить. В общем, сначала, наверное, хребет этот поклею, потом боковые и защитные, вот защитные еще купил.
Наклейки маленько бракованные попались, но это ничего. То есть не клеится к верхней. То есть приходится маленькие уголки подбирать. Таким способом. Ну, шприца нету, я сейчас буду старый вот так вот откачивать. То есть вот этим вот. Вот таким вот способом. Чтоб только на краску не брызгать, потому что краску разъедает сразу же. Потом заливаем как бы новые. Вот у меня как раз запорожец, я тут у меня оставался. Как раз, наверное, хватит. Запорожец прокачивал тоже. Вот так вот зажимаю. Надо сначала прокачать, а потом зажать и уже ослаблять эту форсунку, или как она там называется, штуцер, да. Утром встал, в общем, если отворачивать побольше, то воздух побольше выходит. Наконец-то я его закончил, блин, много времени прошло, конечно. Ну что, сейчас заводить буду? Не знаю, получится, не получится. Сейчас посмотрим. Град фигачит.
Ну вот и завелся. Я просто перепутал, у меня не заводился, потому что... Перепутал местами. Ну почти, короче. Бронепровода на свечке. Вот под этот чудесный гром мой мотоцикл переродился. На улице град. А я очень рад. О, наконец-то, блин, а. Сейчас я крышку прикручу. Останется только поворотники купить. Поворотники я поменяю. И следующее видео будет, ну, типа тест-драйв. Кому понравилось видео, ставьте палец. Грохочет вообще капец. Подписывайтесь на канал. Дымится эта краска новая.